Всем привет, с вами DOSKOS, это вторая серия максимального уровня в Battlefield 4. Мы продолжаем играть на том же сервере. Я снизил немножко настройки графики, вот теперь они так выглядят. Если что, остановите, там посмотрите, почитайте. Вот. Ну, в общем, снизил освещение, там еще что-то. В общем-то, приступим, что? Попробуем кому-то там навалять. Я опять ни черта не... А, это был лав. Я думал, это был катер. Интересная заявка. Интересная, конечно, да. Так, а что если... Я же на карабин что-то открывал. А, точно. Такс. Зеркалка. ЦУ. Компенсатор попробуем поставить. Что, выглядит прикольно, давайте так. Присоединимся к танковой колонне. Стоять! Чинить! Стоять! Стоять! Чинить! Чинить! Стоять! Не хочет, чтобы его чинили. По барабану вообще. О, здрасте, еще один, конечно. С радостью, да. Еще и вертолет. Тоже замечательно. Еще и лав. У меня на все патронов не хватит, господа. Ну и, конечно, вертолет забивать никто не собирается, да. Вертолет нас будет сейчас карать, я чувствую. Просто-напросто. О, я там убил технику, по-моему. Ну и, да, конечно, два танка просто взяли и убились нафиг. Замечательно. Потрясающе, превосходно. Что там? Будет что-нибудь интересное? Ну, я бы не сказал, что эти снижения графики помогли особо. Атакуйте эту цель! А, я опять командир отряда. Ну, я ж тут не думаю, что они меня будут как-то слушаться. Если даже и будут слушаться, я не думаю, что они будут делать это достаточно профессионально, чтобы что-то получить. Кто по мне стреляет-то? Я не понимаю, кто. А, из каньона один поднялся. И наш куда-то влево, по-моему, убежал и сдох просто. Он просто пробежал мимо. Противник не стрелял даже в них. Так, штурмовка этой точки уже началась. Сейчас... Присоединюсь к защите. Ну куда меня опять выкинуло-то? Замечательно, стрельба. Божественно. Обнаружен. Вражеский АВВ. Зажимать не стоило. Заходить тоже не стоило. Никто точку не... Ни одного нашего. Ни одного нашего. Вообще никто точку не защищает. Никто. Никому она не нужна. Никому. Танк нафиг. Нафиг нам танк, правильно. Нафиг нам танк, нафиг нам лав. Да? Ну, все, нафиг все. Меня занесло. Правильно, не надо ничего. Зачем? Мы так все убьем там, я не знаю. Горелкой всех будем убивать. Да, давайте. Зенитка не нужна, зенитка. Зачем? Это для лаху. Вертолет же нам ничего не сделает, правильно? Он же не будет убивать каждого, кого убьет. Вы что? Кого он там шмаляет? А он просто... Я надеюсь, они не контактные, точнее контактные. Два раза попал. Че, вылезайте, чините меня. Я и король. Я приказываю чинить.
Возьмите зенитку, твари! Господи, заколебали тупить! Кто ничего зенит? Где зенитка? Какого хрена вообще? Я возьму этот хер. Я не могу. Я не умею управлять, правда. Я правда не умею управлять самолетом. Окей. Я первый раз управляю самолетом. Вряд ли из этого что-то получится. Попробуем набрать высоту. Я даже не знаю, как противоракетки пускать там, что такое. Без понятия абсолютно. О-о-о-о! Да. Я именно тот человек, который должен управлять этой херней. Без всяких перспектив. Но успех. Да, меня догнали. Плевать. Я не думаю, что здесь кто-то лучше управлял бы этой фигней. Окей, давайте популеметим. Попробуем. Да. Где наш зенитки? Я не понимаю, у нас же команда вообще есть зенит. Лав, наверное, зенитки или что? Тунгуска здесь стояла, я не понимаю, куда она делась. Она вообще, по-моему, не наша. Она была китайской как-то. Да, попадешь ты из пулемета, конечно. Я чувствую, этот чувак сейчас напорится на мины, ему будет по барабану вообще, что они здесь лежат. Ну чё, кого убивать будем? Понятно. Сколько раз надо попасть из крупнокалиберного пулемета, чтобы он сдох. Водилы уже нет, он просто свалил. Ты не верил в меня, детка, а? А я начал чинить твой гребаный танк. Иди в задницу. Я валю отсюда. Лежать! Я разозлился, блин. Такие тупые сокомандники, что это просто трындец. Невозможно не разозлиться. Иди нафиг. Наш, наш. Теперь сними того козла со скалы. Баран горный тут выискался. Что, убили? Где вражеские точки вообще? Атаковать эту цель. Давайте, гулять. Атаковать эту цель. Так, тут танк, да? Не попаду, попал. Не кокоду, кокоду. Как его колбасит, это жесть. Как эти карабины колбасит. Это нечто. Кстати, теперь в этой игре можно поднимать бойца только один раз после смерти. Не бесконечное число раз. Что очень здорово и вообще правильно, да? Один раз сдох, поднял. Все, больше ты его поднять не сможешь. После смерти. Наш? Тогда почему ты отступаешь так же, как и я? Иди в атаку, умирай. Я всего лишь навсего пытаюсь обойти со стороны. Всякое говно.
Не попал. Его, правда, можно было попробовать просто снять с автомата. Да блин, опять я обо что-то запнулся и патроны кончились. Да ну нахрен эту игру. Везде камни, камни, камни. Только я собираюсь кого-то зарезать. Камень под ногами просто телепортируется. И чувак этот тупорылый главный герой, он не может через него переступить. Вообще никак. Не может ногу поднять без прыжка. Ноги у него не поднимаю. У него астрохондроз или что там, радикулит, я не знаю. Почему у него колено не сгибается? Только прыгать может, и все. Не может переступить камень, нет. Наступить на камень, нет, только прыгнуть. Прыгнуть на камень, все. Поэтому каждое бревно это просто непреодолимое препятствие для его головы. Он сам не может додуматься ничего сделать. Хрена с два. Мои навыки позволят мне попасть в него. И гранаты я еще отлично кину. Я иду за тобой. Иди нафиг. Ты не иди за мной, я иду за этим. Какого черта ты сюда вообще смотрел, если здесь все твои? Из врагов только я. Ну ладно. Все, беспилотники. Путают карты. Постоянно про них забываешь здесь. Постоянно летают беспилотники. В общем-то, все и всех и всегда видно. Кроме нас. О, здрасте, да. Надо спускаться отсюда. Ну кто опять? Ну вы не можете прикрыть эту дырку в забор. Они стреляют по чувакам, которые в километре отсюда. Не могут эту дырку прикрыть. Нахрена вы все равно не попадете? Вы же косоглазые придурки. Отлично. Отлично возрождаюсь. Ладно. И засел. Угу. Ну, жди. Жди откровения, парень. Ну, хана ему. Или нет? Или все-таки да? Или нет? А, это противник. Нашего-то уже замочили, да? Что-то подумал вдруг, что показывает почему-то нашего. С чего я так подумал, непонятно. Я же приказал оборонять. Какого черта вы не выполнили приказ? Сейчас буду всех давить. Эй! Привет, парень! Теперь можно и убиться. Минус двое. Минус двое. Нормально, я считаю. Очень неплохо получилось. А это что такое за красный круглен? Там, по-моему, противники бродили. Как только я подойду к зданию, по мне откроют огонь. Что там китайцы очень дико орут. Неистово прям. Разрываются. Показалось? Нет, не показалось. Показалось, значит. Что там кто-то был. Бронзовый набор дали, отлично. Бронзовый. Оловянный еще дали бы. Вообще было зашибись.
Да господи, вот это... Вот это меня колбасит в кураже. В предвкушении. Конечно. Нормально я прицелиться не могу. Мне этот карабин начальный как-то не очень нравится. Ты МХ-4. А можно мне что-нибудь другое? Нет? Нет, нельзя. Что-то его слишком веселый расколбас пускает. Где-то здесь бродят злобные китайцы. Я не знаю, где они, это опасно. Да блин, носки! Ну, конечно. Че, я на четвертом месте? Если я настолько дерьмово играю, то как тогда играют все остальные? Кто ниже меня? Представляете, какая это жесть, как они играют? Только что на большой карте, когда я сдох, были отметки врагов, а теперь никого нету. Никаких отметок. Ну да. Он меня, я его. Так чаще всего бывает, когда противника пулемет. Ну, его-то восстановили, его подняли. Нас никто не поднимет. Здесь точку отхватили. Ну ладно, я тогда к вам присоединюсь. Что делать? Делать-то нечего. Все страдают фигней, я тоже пострадаю, окей. Что, инженеров в команде нет, я не понимаю, ну что такое-то? Ну почему не подбить танк? Ну, в чем проблема? Вы же в здании, кретины, господи. Даже этих придурков, которые вышли из танка, никто не убивает. Я не понимаю, за какие классы вы играете, господа? Вы на большом захвате играете за медиков или что, я не понимаю. Нахрен вы здесь нужны? Кого здесь лечить, если у вас танк, блин, расфигачивает? Вы даже не подойдете к тому чуваку, которого убили, чтобы поднять. По толку вообще никакого нет. За инженера надо играть в большом захвате. Че непонятно? Ще наркоман. Атаковать эту цель. Наш. Китайцы орут. Где китаец? Слишком темно здесь как-то. Наконец-то я получил новую пушку. О, новое подкрепление прибыло, я смотрю, да? И где оно? Ну, конечно, блин, в голову. Не, нормально. Ну, я же в голову, мы видели? Я прицелился и выстрелил в голову. А снес, получается, 25%. Ладно, пушку менять некогда, хотя я с радостью поменял. Слишком ее колбасит. 5-1 в 4. Нормально. Снесите вертолет-то, ну. Смотрите, как это делается. Сейчас буду учить. Сам косой енот, сейчас буду учить, как стрелять. Иди сюда, где вертолет? Вот он, вертолет. Зачем ты ускорился? Ну, надо было догадаться, что он на крышу кого-то высадит. Да. Она жди вертолеты все. Видите наш вертолет? Я не вижу наш вертолет. Короче, опять просрали это, ответ всему. Хорошо спрыгнул парень.
кто срет-то? Ну? Что и где? Ну-ка, они, я только отвернулся. Оттуда из этой дырки сразу же появился парень. Неожиданно. Но вполне себе. Ожидаемо, неожиданно, но ожидаемо. Потому что всегда такая подъянка. Закономерно, скажем так. По закону полностью. Настрелил, настрелил, не убил. Лови. Того убили. И этого убили, молодцы. Нормально. Оттуда так и лезут. Ну я же раньше 500 раз начал стрелять. Раньше. Понимаете, раньше. Зараза. Чё ПП-2000 дает? Карабин мне нужен, а не эти сраные пистолеты, пулеметы. Блин, как я заколебался. Дай другой что-нибудь. Карабинов ни одного не открыто. Блин, мне нужно АК-5С хотя бы. Ладно. Зато красивый, да. Плевать. ПП-2000 повеселее будет. Кого он там шмаляет? Кто в него шмаляет? Слушай, с этим парням, по-моему, по барабану. Они вообще очень заторможены какие-то, господа. В голову засадил. С-23. Иди нафиг, удаляй игру. Я, конечно, тоже С-23 буду качать, но... как только прокачаю, сразу же... На, конечно, да. Забыл на пробел нажать. Все, эта точка тоже свалена. И сразу же сюда и бегут еще 15 человек. А наших никого. Один я, по-моему, возрождаюсь, и все. Танк стоит, он уже полчаса, по-моему, не сдвинувшись с места стоит. Вообще. Вообще, это значит вообще. Дайте мне другую точку-то, ну. Почему я не могу выбрать ни черта? Ладно. 4 штуки осталось, да? Чувствую, я сейчас последним помершим буду, да? Окей. Вот это разрывчик, это я понимаю. Это я понимаю разрывчик. Насчет графики, кстати, не видно, что... Она особо снизилась как-то. Да и, в принципе, по производительности не видно, чтобы она как-то выросла, поэтому. Разбил самолет, получил опыт. Отлично. Мне нужен карабин. Я не могу с ППХами бегать тут. ППХи — это вообще жесть. Их расколбасывают, как я не знаю что. ПП-2000 еще кое-как держит там линию огня. Ну да, под конец я, конечно, сдал позиции. Ноль-одиннадцать. 7-22. У меня, конечно, тоже, по-моему, 7-18 или что-то типа того. Но у них еще и при этом и по очкам-то ни хрена нету. Интересные ребята. Ну, посмотрим, что сейчас будет. Какая карта. Давай штурм. Опять завод. Видимо, на этом сервере нет штурма в парасселах. Я чувствую, опять какой-нибудь кретин сейчас возьмет, поменяет карту. Посредине боя еще добавок. Нет, чтобы сразу поменять, если не нравится, что играть. Нет, надо под конец боя, что ты еще ни хрена и паук-то не получил. Надо под конец боя менять карту.
Когда уже остается подоиграть там 5 минут. Надо поменять карту. Надеюсь, такую сейчас не произойдет. Нужно как можно скорее получить первый карабин, потому что эти ппхи это какое-то УГ. Беспросветное абсолютно. Здрасте. Всем позывным. Командир на связи. Слава богу, звук появился, а то я еще испугался, что он не появится. То в одном из недавних патчек намутили такое, что у третьего человека, по-моему, не было звука в игре. Только пуки и вяки какие-то раздавались раз в полчаса, пугая народ, и все. А в соседнем домике, парень, там враги вообще в соседнем доме. Ну ладно. Парню плевать. Давай, правильно, сюда надо было ехать с самого начала. Да стой ты на месте, куда ты намылился? Сколько раз тебя нужно выстрелить? Вертолет никто не отмечает. Все неотмеченное. Бегает, прыгает, летает. Все неотмеченное. Блин, ни хрена не поймешь. Что и где. Вон там еще один бегал только что. Я видел 100%. Это же не глюки, правильно? Все неотмеченное. Ну давай, едь за ним. Хер ли ты встал-то? Дубина! Убивать-то кто будет? Стой на месте. Ты молодец, ты отъехал как раз туда, куда нужно, для того, чтобы сдохнуть. Куда поехал? Атака там, туда атаковать. Куда ты едешь? Стой! 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 Кретин, господи! Второй кретин сел в танк. Мое место в танке, дебила, кусок. Охренеть. Вылезай с танком. Мудлен, а? Господи. Жалко, что я по-итальянски ругаться не умею, потому что... Мне почему-то вспомнилось, как ругался этот из фильма «Приключения итальянца в России» постоянно. Мама мия, вот такое. Сыпать проклятие. Вот я бы это сделал только так. Такие идиоты просто. Взяли танк нахрен, спер. Этот стоять еще не хочет, чтобы я его починил. Нормально. Больше не буду нихрена такое делать. Я просто буду выходить и убегать. Пускай этот рвется в своей жестянке как хочет. Кретины. Не видно ни черта. Очень темно. О, здрасте, да. Я вовремя сел! Я вовремя сел. Ну понятно, куда этот кретин танк загнал, да? В итоге-то. Все понятно. Распорядился, как прям шумахер. Обороняйте, мать его, цель! Что, скажешь, там никого нет? Конечно, там все есть. Просто ни хрена на карту не смотришь. Ну и что, все вышли?
не в ту сторону. Сейчас с этой будет забегать. А, я так и знал. Смена карты, конечно. Покажите мне того сосоча, который меняет карту. Нахрена? Вот я не понимаю, зачем это делать посредине боя? Я просто не понимаю. Ну, если ты не хочешь играть на 301... И опять на Шанхай, ну, конечно. Видите, как серия называется? Вот тут... П-Б-Банс... Ну вот, в общем, написано. Никогда не играйте на этом говносервере, потому что этот сервер держит какие-то идиоты. Честно. Я доиграю, я, если найду, занесу это просто в черный список, потому что это дебилы какие-то просто в администрации сидят. Что, главное, написано официальный сервер? Да-да-да-да-да. Официальный сервер школьников. Юмсы на осталах. Наверное, получает государство субсидии за то, что позволяет умственно-отсталым играть, точнее, быть админами. Угу. Как на предприятии. Устраиваешь на предприятие на свое инвалидов, получаешь госсубсидию. И здесь точно так же. Взял в админы этого, дебила, получаешь госсубсидию. Ну, не госсубсидию, ну, например, от EA какую-нибудь дополнительную плюшку. Хотя ему на здоровых-то насрать, чего уж там. Про инвалидов говорить. Проехать-то можно, я просто не знаю, как ездить тут. Наверное, можно. В любом случае, можно проплыть. Можно ли выплыть? На 8 хп. Ладно, валим отсюда. На тот берег постараемся перебраться. Там виднее будет. Ох, кто-то долбанул, так долбанул. Неприятно. Так кто долбит-то? Давай, чини. Очень вовремя закончились припасы. Так. Обнаружил солдата противника. Все, залез. Поехали. Залез, да? Да, залез. Нормально. Вот как надо делать, ждешь чувака. Все нормально. Слышишь предложение починить технику? Соглашаешься? Прикрыл бы кто, а то против танка как-то на лаве. Не очень. Показалось, да? Ладно, попробуем подобраться поближе. Хотя, что здесь пробовать-то? Надо валить на тот берег. Пока все наверху захватывают небоскреб, надо просто отжать у них ту точку. Как они сделали нам в одном из предыдущих боев, на этой карте. Просто надо отхватить точку. Две. Быстро вы что-то. Так, эта точка есть. Атаковать эту цель! Блин, вертолет взлетает вражеский. Сейчас будет весело. Иди нафиг. Ага, наблюдаю бойцов с противотанковым.
Давай убей меня, кишка танка. Но не у этого чувака. Ну, я подобрался близко, но что-то второго чувак куда-то делся, я не понял. Куда он делся? Он там, по-моему, сдох, что ли? А как он сдох? Что-то я даже не понял. Он вроде не вылезал из лавы. Странно. А, он, наверное, вылез, да. Ой, куда я? Куда я выстрелил? Совсем не туда. Блин, метка очень не вовремя пропала. Он, наверное, вниз спрыгнул. Дик ты нафиг, дружок. И опять 25. Очень не вовремя я все делаю. Очень не вовремя. Ну и там 20 человек. Да. И в нашем отряде всего 2 человека. Ладно, попробуем сюда ломануться. Только надо это делать быстро, наверное. А не так неспешно передвигать ножками, как все остальные пытаются это делать. Надо наломиться и просто сдохнуть. А где наш вертолет? Ну опять, ну где наш вертолет-то? Кто катер-то должен, наверное, уничтожить вертолет? Где вертолет? Где наш хренов? Почему он? Что он? Просто он летает над этим местом, он ничего не делает. Вообще, по барабану. По барабану. На все. Оборонять цель! Захватить сначала надо. Кучность, конечно, хорошая. И почему я не попал, я не понял. Ну все. Сзади еще обошли вдобавок. Ну зато здесь все заняли. Нормально, вот то, что нужно. Но у нас при этом все заняли. Не очень хорошо. Да иди ты нафиг. Ну отметь ты цель-то. Блин, фонарь выстрелил, нормально. Фонарю плевать. Блин. И опять этот чувак. Опять он. Жестко, жестко кроет. Надо эту держать точку. Если мы эту точку удержим, все будет в ажуре вообще. Камень преткновения такой. Мы тогда, считайте, выиграем. Можно не париться там особо. К тому же на удержание просто нужно будет играть. Ну опять 25. Ну какого рака-то? Не в голову даже. Я опять-таки начал стрелять первым и... И все. Суть этих поганых пистолетов-пулеметов, я честно не понимаю. Они ничего не могут... Че, просрали точку? Нормально. Эту еще просрем, давайте. Упс. Сигнализация. Меня сейчас повяжут, я чувствую. Да, еще и снайпера с крыши. Но это классика для этой карты. А вот то, что парень там вообще не смотрит на карту. То, что сзади него, прям в 2 метрах позади него пытаются его зарезать 2 противников. Это я так понимаю, тоже классика. О, здрасте. Наконец-то карабин, ну господи. Ж думал, я никогда не увижу здесь карабинов. Мы должны оборонять эту цель. Надо оборонять эту цель.
Иначе все будет не очень хорошо. Нифига из-за этого пыли не видно. И по мне с крыши кроет. Дик ты нафиг, а? Мало подавили его, наверное, все-таки. Патроны кончаются. Ну вот и кончились, да. А, не подействовало. О, да. Все, сейчас карабин возьмем, я думаю, получше пойдет. Должно, по крайней мере. Потому что ПП, конечно, получше, чем этот МХ. Но все равно колбасит, я не знаю как. Ну, другое дело. Так где я так неудачно вылез на белый свет? С тактикой не очень все хорошо у меня, конечно. Постоянно не там, где нужно, нахожусь. Лезу в лицо противнику, но опять-таки это из-за незнания карты, скорее всего. Ну и зажимать, как всегда, не нужно. И опять сзади, ну. И через секунду он подыхает. Мне, как всегда, везет. Ну и здесь полнейший триндец творится. Необходимо атаковать эту цель. Так, ну чё, давай подвози. Давай вперед, 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 вперед! По башке ж точно попал. Вот куда я мог еще попасть? Как по башке. Ну и где он? Интересно, девки пляшут. Взял и испарил. Кто оттуда-то шмаляет? Точнее, откуда, откуда? Откуда? Опять пропустил ракету. Ты можешь не просто так бежать, придурок. Господи, он даже не смотрит по сторонам. Бегает, прыгает, сам не стреляет, мне вид еще заслоняет. Молодец, отлично, сдох и молодец. Для него это то, что нужно. У парня огромные перспективы. Текс. Промахнулся мимо всего. Кто там? Кто-то где-то здесь, где-то тут бродит. Ну и сзади, ну опять. Это что такое? Ты как там оказался, парень? Что-то непонятное. Что-то непонятное.
Что, так уже берут, что ли? Что он здесь броет? Ну, держите вы отметку на танке, господи! Ну... Кто слил наш танк противнику? Какая тварь додумалась слить наш танк противнику? Как это умудрились сделать? Кто оставил танк неподбитым? А? Подбивать, наверное, надо. Когда танк-то покидаешь на вражеской территории. Нет? Не надо? Нет? Окей. Ну тогда будете смотреть, как на ваших танках катаются противники. Ладно, вам виднее будет. Понятно, там не там. Ладно, вперед. Что, собирается отсюда, что ли, пытаться кого-то снять? Молодцы, ничего не скажешь, идея просто на миллиард юаней. Здесь еще такие же стоят. Тугрики швейцарские, блин. Идиоты, не чтобы пробежать, а? А, ну здесь танк, конечно. Никто его снимать не собирается. Потому что пробежал только я один. Ну и вот, все, здрасте. Здрасте, там минус четверо сразу. Все. И все. Нафиг что-то делать, конечно. Можно просто сдохнуть и вообще не париться. Мы где, парень? Эй! Ха. Здрасте. Зря я, пожалуй, тебя решил высадиться. Да? Ну жесть, ну жесть. Такие клоуны, а. Ну что твори, я до сих пор не могу понять, что у них в голове в плане планов-то творится. Я сейчас пойду туда, чтобы сделать это. У них такого нет. И опять откуда-то сзади. Нахрена катер на воде, если он не кроет нифига, а? Что он там делает? Катера уже нет. Катер уже здесь катается. Нахрена ты там катаешься, парень? Ты не достанешь, да ты тощий. Успокойся. Ну, сейчас пена изо рта уже пойдет. Вот такой бред. Как-то так. Обнаружил солдата противника. Не, так оттуда их не выковыряешь. Надо обходить. А там танк. Ну, конечно. Не успел мало добить. Но опять-таки в голову целился. А, меня убили в голову, поэтому. Ну и с танка еще добавили. Танк никто не собирается, нет? Да идите в задницу со своим дурацким вертолетом. Меня еще, да, вытолкнуть нафиг. Иди ты в задницу, уберись нафиг. Уберись, парень. От греха подальше. Долбану так, что мало не покажется. Мне плевать на твой friendly fire, я убью тебя все равно. Найду какой-нибудь способ. Командор-то есть? Командор есть, а чё эти, ракетки не пускаем? Не, не надо? А, ну так нету наводки, конечно. Ракетки пусть. Без наводки. Не перезарядился еще. Крепкая штука, а. Это мраф ведь, да? Матрас? А, так она наводится, понятно. Ну, не до конца наводится, но вот что-то минимум наводится. В метре от цели максимум, наверное, можно выстрелить, а он наведется. Так, попробуем-ка десантнуться сюда.
как раз. Патроны, опять-таки, сразу, вот как только хочу взять что-нибудь, аптечку или патроны, нет, сразу все пропадает нафиг. Все нафиг просто пропадает. Ну, слава тебе, Господи. Слава тебе, Господи. Что, какая сейчас карта-то будет, интересно. У меня, наверное, бустер-то кончился уже. Я тут туплю. Не использую бустер. Кончился. Это ж просто это ж не бустер, правильно такой? Это ж смешно такой бустер. Ну, 12-е место. Фигово, конечно, фигово. Очень фигово. Чё там по прогрессу? Следующий стингер, да? Ну ладно, давайте последний будет для этой серии. Посмотрим, что это будет. По-любому завод 301 сейчас. И по-любому его сменят. Я вам гарантирую. Не, платинный микон. Ну, знаешь, здесь на этом сервере всего три карты. Платинный Меконги, завод 311 и Асад Шанхая. И завод 311 постоянно переключаем. Ладно, им виднее. Давайте попробуем занять какую-нибудь зенитку, если она у нас будет. Хотелось бы все-таки позбивать этих засранцев, которые летают. Как зенитка выглядит, я не знаю. О, Тунгуска. Вот тебе зенитка. Ну, давайте попробуем. Не знаю. Давайте. Обнаружена вражеская вертушка. Самолет здесь будет раньше. Сенс. Ха-ха! Ха! Дерево. Обнаружен, я даже по ЛВ сейчас насую. Хотя что-то... Техника подбита на один, замечательно. Ну чё, я сейчас буду королем воздуха, я никому не дам ничего сделать. Я надеюсь, по крайней мере. Хоп. Заборчик аккуратненько подвинем. Лодочки можно еще немножко позбивать. О, видите, лодочка. Сейчас мы ее немножечко... Ну, там, да. Бесполезно практически. А вот эту вот штуку можно на дно отправить. Не отправили, к сожалению, не хватило. Вижу вражеский джет. Какой джет? Ты упоролся, что ли, джет? SC-130, джет он видит. А беспилотник нет, не будем фиксировать. Беспилотник считается, кстати, как оборудование, поэтому за него всего 25 дается. Хотя он жирный скотина, нет. И хрен по нему еще попадешь. Помимо того, что он жирный. Парень, по-моему, в землю летит.
Отличненько. Так, как ракеты наводить? У меня вопрос возник, как наводить ракеты. Ну давай, я хочу уже убить что-нибудь. Вот, вот, минус 2 сразу, отлично. Может там кто-нибудь, вон, там кто-то бегает, слушай, смотрите. Может я кому-нибудь башку сейчас сбрею. Допустим. Ракет не действует, да? Ага, по мне решил полезть. Скотина, а? Подбейте его на. Наглый тут нашелся. Еще минус 2 человека, отлично. Отлично, мне нравится. Мне нравится быть зенитчиком, мне это получается, мне это нравится. Да и не зенитчиком тоже получается. Если бы еще пулеметы действовали получше бы. На более-менее бронированную технику. Было бы вообще классно. Опять IC. Да нет, там кривые люди, конечно. Кривые ребята максимально сидят. Вряд ли они меня подобьют. Видите, еще минус 3 человека. Кто я? Я крутой. Отдали бы мне зенитку бы в самом начале предыдущего боя, не было бы хлопот. Ну, я имею в виду, когда здесь играли. В прошлый раз. У меня была зенитка, я бы всех вытаскивал. Из задницы. Давай, 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 давай. Блин. Какая она крепкая-то. Жесть. Вот. Отлично. О, на 48 срубил, нормально. Мне нравится быть зенитчиком, черт возьми. Только я не знаю, как пользоваться ракетами. Наверное, автоматически, когда он будет близко. Вот так вот. Вот так. Вот, вот, вот. Отлично. Супер. Еще один кретин. Что-то AC 130 как-то читерно появляется очень часто, я не понимаю. Не достаю. Ну, посмотрите, еще раз появился. Сразу же просто. Абсолютно сразу же. В этих AC 130-х еще до сих пор кто-то летает. Это командирские, да? Наверное, так. Там, наверное, командор летает в этой фигне. Ну и хотя у него еще есть пушки. Так. В этот раз там, по-моему, вообще никого не было. Посмотри, он сразу же появляется. Читер! Офигеть. А вот возьму и попаду. Взял и попал.
Ну и голубчик, шел бы ты нафиг, а? На кого ты лясы точишь? Кто посмел? Кто наводит? Какая тварь? Я еще, к великому сожалению, не знаю, как... Как активки врубать. Хотя у меня, наверное, ничего нету. Никаких активов. Еще минус два неудачника. Ну, правильно, целься по мне сколько хочешь. Ваша машина сломана. Я могу помочь. За мной начали охоту, господа буканьеры. У меня радара нет, я даже не представляю, где они, с какой стороны подходят. Еще и Си-130 настреливает. Они договорились, что ли? Я не понимаю. Привет. Груз ты как-то упал в землю носом. А теперь за тебя примемся. Кто круче, ты или я? Я, конечно, господи. О чем речь вообще? Давай, до свидания. Чиним технику. Нет, все-таки фонтан. Фонтан? Фонтан меня достал. Ну, я думаю, что неплохо. А? Мне нравится. Жму на тунгуску. Чтобы не пропустить, не дай бог, я еще хочу покататься. Ну, точнее, постоять и пострелять. Давай, появляйся. Появляйся. На нее киньте эти. Открывашки будут. Новые примочки и так далее. Должны, наверное, быть. Тут что-то ракеты, они как-то не поразили. Ну чё, говнари, я вернулся. Здрасте. Сразу же, блин, начал карать. Обнаружен вражеский чат. Придется так подбивать опять-таки. Не все на таком расстоянии, что их не достанешь. Да не джет это, кретина кусок. Это огромный самолет. Ничего общего с джетами не имеющий. А там никого и не было. А? А? Самолетиков нету? Опасных для меня, я имею в виду. Какой танк? Это катер. Что с тобой не так? И почему ты с китайским акцентом, во-первых, разговариваешь-то? А, так здесь еще стационарка есть, но она неинтересная. Блять, мне стационарка, на нее точно ничего нельзя ставить. Прокачивать я имею в виду. У нас появился командующий. Замечательно. Теперь его будут сбивать. Минус еще один будет. Ну, там теперь уж точно кто-то есть, тем более два человека, по-моему, даже сразу же. Да, два человека там сидело. Упс. Кто-то, по-моему, не туда приехал. Не на том, вернее. Дресс-код не соблюдаем, да? Тогда давай до свидания. Ми-28 полетела. И катер вылезает. Из острова на стрижень. Что-то я совсем запнулся. Поэтому петь не имеет смысла. А имеет смысл лишь заткнуться. И стрелять.
Хотя имеет ли по нему смысл стрелять? А? Что? Где? И где этот АС-130? Он же по мне стрелял, правильно? Кто еще по мне мог стрелять? Кто посмел? Ты там в катер не превратись, смотри. Ну что, на каком ты расстоянии ты собираешься? Да, плевать, так сниму. Или не сниму, неважно. Это все куда-то рвется на своем скутере. How much is the fish, а? Жить надоело очередной раз. Обнаружен, вражеский солдат. М? Наши, да? Ну? Бу! А на этот самолет им пофиг, да? Хоть он начал стрелять. Автозарядка, отлично. Вот что мне дали. Автозарядку на Тунгуску. Теперь у меня... либо больше будет патронов в обойме, либо меньше скорость перезарядки. Надо его хотя бы поджечь, чтобы он там догорал потихоньку. Но если он начнет стрелять, его надо добивать. Вот, видите, он догорает, догорает. Вот, начал стрелять, надо добивать, все. Давай, до свидания. Сам захотел. Ну там что-то никого не было, оттуда, видимо, вылезли вовремя. Вижу вражескую вертушку. Самолеты разрешено атаковать. Открываем огонь по неплановым целям. Что-то я не могу высчитать траекторию правильно. Прямо в него, что ли, целиться нужно? Вот так вот. Блин, мне нравится быть зенитчиком. Гребаный Перл Харбор тут всем устраивает. Анти-Перл Харбор. Текс. Кто еще решил полетать? Мы выигрываем. Ну офигели, что я здесь зря корячусь. Я не даю разлетаться технике нормально. Я имею в виду летательной техники. Да и по наводной тоже, в принципе. Кочегарю неплохо. А, почти. Еще чуть-чуть навелся бы. Давайте по вертолету пошмаляем по нему. Попасть как нефиг делать. Да, он думает, что тепловые ловушки его спасут от пулемета. Мечтай, мечтай, да. Обнаружена вражеская вертушка. И по тебе постреляем. Обожаю Тунгуску. Нервничает, гад. Нервничает. Ну, к сожалению, улетел за деревья. Там его не достанешь. Самолетов я что-то не вижу. АС-130 наш. Каким-то раком встал. Вражеского не видно.
Жалко, что по земле долбать нельзя. Но я бы все равно до этого катера не достал бы. Ракетами я имею в виду. Хотя, может быть, какие-нибудь нурсы дадут потом. От этих тепловых никого толку все равно нет. Фиг наведешься. Это что такое? Он на орбите уже где-то вращается или что? Весело у них там. Кто-то закинул самолет туда, где уже нет притяжения. Очевидно. Ну, здесь вообще дамаг не проходит. О, наш старый добрый друг на скутере. Поможем ему охладиться, освежиться. В этом замечательном водоеме. Знаешь, что это река озера. Река, наверное. Раз плотина стала. Ну, пока у нас три точки. А, ну мы уже практически выиграли, так что. Можно вообще не беспокоиться. Можно беспокоиться только об этом вертолете, по которому я не могу попасть. На гребаные деревья, а? Снести бы их нафиг. Что-то пулемет этого сделать не может. А теперь стреляем по чувакам. Ну, не знаю. Обороняйте эту цель! Вражескую машину веду! О, здрасте! Вертолет, да? Здрасте, да. По вертолету сложно попасть, потому что он очень меняет резко направление. Сейчас он летит вперед, а теперь вообще не летит вперед. Теперь в бок, теперь назад, да. Вот поэтому сложно попасть там. Теперь он в пике вообще ушел. Все. На каком я месте показываете? В тройке точно. Иначе я разозлюсь. Зенитку там еще долго качать. А, нет, еще один уровень получили. Ой, еще один уровень получили. Еще один уровень получили. Еще один уровень получили. И все. Буквально два поинта получили. Следующего уровня. 2 очка. 23-1 я на первом месте. Это хорошо. А плохо то, что я опять-таки забыл врубить... Гребаный буст, но я думаю, что это не страшно. Ну а так, в принципе, 10 002 очка. Неплохо. Ну что ж, я надеюсь, вам понравилось. С вами был Доскос. Мы продолжим в следующих сериях. Я думаю, я сменю сервак, потому что мне уже надоело на этих играть картах. Вот. Да и тем более сейчас будет по-любому отзовут 311, на котором по-любому сменить карту. Поэтому сменим сервер. Так или иначе, я опять-таки надеюсь, вам понравилось. Я благодарю вас за то, что были все это время перед экранами ваших устройств. Ставьте лайки, если вам понравилось. И, в общем-то, всем удачи и всем пока-пока.